девушка из Синьцзяня, любящая танцевать. 22-летняя Гульзиба Абдулай – профессиональная танцовщица ансамбля песни и танцев Тарим в Аксу, Синьцзянь. Ежедневная практика, изучение новых танцев и репетиция новых программ стали нормой, и годы упорного стремления к искусству дали ей удовлетворительный ответ. 12 лет назад она была выбрана в синьцзянскую акробатическую труппу, а из-за своей любви к танцам позже ее приняли в танцевальную школу в Пекине. Танцевальное мастерство Гульзибы Абдулай также постоянно растет. Она дорожит каждым соревнованием и возможностью выиграть.